же дали, что вот так вот, с отпайве, наш увековечен, так сказать. Да нет, если честно, не задумывался об этом. Делал свое дело и все. До этого играл в других клубах, но 4 года в Казахмысе, сначала 2 в Караганде и 2 в Сатпаеве. У меня самые теплые воспоминания о карагандинских и о сатпаевских болельщиках. Решили так повесить майки, но очень приятно, конечно, спасибо большое. Да, честно, да. По болельщикам, по команде, ну вообще была такая обстановка в Казахмысе, что ну, рабочая и такая благоприятная.